Джинджер говорит, что эта кукла буду никак к нему не привяжется. Давайте это проверим. О, господи, вы это видели, Панда? Влади, подписывайся на канал, иначе приду за каждым из вас, кто посмотрел это видео. Теперь получай, на! О, господи, Панда, вы это видите, чёрт! Чё творим, бро, меня зовут Сэк! Дионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду! Ведь перед время Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Как вижу, вроде песни нравится быть под нами! Так подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду! Самую сильную банду на Ютубе! Эй, Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткие видео! Всё потому, что я сделал куклу воду на говорящего Джинджера! И Банда сегодня... Сегодня я обязательно привяжу эту куклу воду к Джинджеру. На самом деле я не хочу убивать, я просто хочу вернуть Настю. В одном из прошлых видео Джинджер и Хэнк украли Настю и убили ее. Я это видел своими глазами, Панда, и вам это показал. Там была реальная Настя, моя подруга. Там была ее нога, ее рука и даже ее голова. Именно поэтому, Панда, сегодня я буду использовать эту куклу воду на Джинджере. Я очень хочу, чтобы он вернул Настю. В первом видео про Джинджера он говорил, что он оживил Анжелу и Тома, когда их просто уничтожил с помощью этой же куклы воду. То есть Джинджер может оживлять мертвых. Именно поэтому сегодня я привяжу эту куклу воду к Джинджеру и попытаюсь его как-то запугать, чтобы он испугался и оживил Настю. Я очень надеюсь, что все сработает, даже несмотря на то, что Настя уже мертвая, и то, что Настя была живым человеком, а не приложением. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков, и тогда, Панда, я сделаю куклу воду на Хэнка, чтобы отомстить ему за то, что он сделал с Настей. Так чтобы не допускать лишний царский лайк, и уже скоро я сделаю куклу воду на эту собаку. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. В своем инстаграме, Панда, в директе я общаюсь с каждым из вас. Так что подписывайся на мой инстаграм, и пиши в директ, я уже скоро тебе отвечу. А тем временем, бро, мы идем 3 часа ночи, чтобы привязать эту куклу воду к Джинджеру. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи. То самое мистическое время. Ведь именно в это время мы и можем привязать эту куклу воду к Джинджеру. Почему-то магия воды работает только в 3 часа ночи. Тем не менее, бро, привязать куклу воду я буду как и раньше. Когда привязывал Том и Анжелу, я скинул их игру на одну из флешек и просто всунул эту флешку в куклу воду. Сегодня же я сделаю то же самое. Эту флешку я всуну в куклу воду. И после этого, по идее, эта кукла воду должна будет привязана к Джинджеру. И мы сможем запросто использовать. Давайте же это скорее сделаем уже, бро. Итак, использовать я буду вот эту маленькую флешку, потому что большая просто не влезет в эту куклу воду. Давайте же теперь выберем место, куда мы ее всунем. Думаю, где-то сюда будет подходящее место. Я очень надеюсь, Банда, что Настя получится сделать. Мы привяжем эту куклу воду на Джинджера, и он вернет Настю. Джинджер? Ты думаешь, она мне что-то сделает? Я бессмертный. О, господи, Джинджер, я убью тебя с помощью этой куклы воду, и ты больше не убьешь ни одного ребенка, понятно? Господи, Панда, вы это слышите? Это просто жесть! Он сам запустился! Я просто в шоке, Панда, он как-то почувствовал, что я привязал куклу воду к нему! Это такая жесть! Томми и Анжела так же самое почувствовали это! Я не понимаю, как это происходит! Тем не менее, бро, давайте ворую что-то сделать с этой куклой воду! Проверить ли мы все-таки ее привязали! Что, Джинджер говорит, что эта кукла воду никак к нему не привяжется? Давайте это проверим! О, господи, вы это видели, Панда? Я только что его ударил, это просто жесть! Я просто в шоке, Суприм Панда, у нас все-таки получилось привязать эту куклу воду к Джинджеру. Она реально теперь на него привязана. Теперь же, Панда, мы приступаем к нашему плану. Нам нужно как-то пригрозить Джинджеру, чтобы он оживил Настю. Я очень надеюсь, что он испугается. Что уж, Джинджер, ты говорил, что кукла на тебя не сработает? Что ты теперь скажешь? Ты можешь делать все, что угодно, но ты никогда не убьешь меня. Я не собираюсь тебя убивать. Я просто хочу, чтобы ты сделал то, что мне нужно. Господи, Панда, Джинджер как-то очень странно себя ведет. В принципе, как и в прошлый раз. Я думаю, что нужно снова ударить куклу воду и уже потом рассказать, что я от него хочу. Окей, Панда. О, черт, вы это видели? У него реально был удар. Джинджер, ты говорил, что оживил Тома и Анжелу, когда я его уничтожил. Оживить так же самой Настю, мою подругу, которую уже убил Хэнк. Господи, почему он смеется, Панда? Что не так? Я никогда ее не оживлю. Ее смерть ничего не стоит. А Хэнк хоть поест. О, господи, о чем это ты, Джинджер? Хэнк что, съел мою подругу Настю? Конечно, он же пес, он ест мясо. Господи, Суприм Панда, вы это слышали, то, что он сказал? Он говорит, что Хэнк съел Настю. То есть, получается, он уже окончательно ее убил. То есть, выходит, что от Насти даже ничего не осталось. Это просто жесть, Панда. Джинджер врет, он может запросто оживить Настю. Если он взял это с Томом и Анжелой, когда они уже были полностью мертвы. Джинджер, я знаю, что ты можешь оживить Настю. Если ты этого не сделаешь, то я тебя убью с помощью этой куклы воду. Я это сделаю запросто, как делать это с Томом.
Я никогда ее не оживлю. Хэнк съел ее, от нее ничего не осталось. Господи, ты врешь мне, Джинджер. Я могу тебе убить за это. Я возьму ножницы, нож и просто разрежу эту кукловоду. Если я уничтожу кукловоду, то уничтожу и тебя. И ты сам это прекрасно знаешь. Господи, падает, это такая жесть. Джинджер просто отказывается оживлять Настю. Я все равно сделаю то, что хочу, он сделает это. Я очень хочу, чтобы Настя была снова жива, чтобы она вернулась. Потому что я все ж не могу поверить, что она просто погибла. Что ж, Джинджер, если ты меня не слушаешь, я просто тебя убью. О, тебе предупреждение. На, получи. Джинджер, как тебе нравится? Нравится тебе или нет? О, господи, посмотрите! Он реально получил только что. Что, Джинджер, будешь делать? Оживи Настю просто и все! Я никогда не буду оживлять человека! О, господи, окей, ты сам на это напросился! Окей, бро, как видите, Джинджер просто не хочет меня слушаться. Я предлагаю переходить дальше. Как мы знаем, бада на кукловоду мы можем использовать иголки. Из-за этого Джинджер будет получать просто адскую боль. Я предлагаю бада поколоть кукловоду иголкой. Посмотрим, что тогда мне скажет Джинджер. Окей, бада, где-то здесь у меня была иголка. Вот она. Сейчас мы посмотрим, что ты скажешь, Джинджер. Джинджер, ты сам на это напросился, не хотел этого делать. Теперь сейчас ты получишь по заслугам. Что, Джинджер, что ты сейчас скажешь? На! О, господи, вы это видели, пада, на! Чё, это просто жесть, на третий раз! Эта кукла буду реально работать. Я только что иголкой это делал. Джинджеру реально было больно. Я с помощью иголки выстил огромную боль. Что, Джинджер, теперь ты оживишь Настю? Дальше будет только хуже, я возьму ножницы или нож. Господи, почему он молчит, панда, вы это видите? Джинджер, отвечай! Иначе беру ножницы, просто сейчас разрываю эту куклу воду. Господи, он реально молчит, меня просто игнорит. Господи, панда, почему-то вдруг он меня начал игнорить. Джинджер, эй, ты меня слышишь? Джинджер, отвечай, могу тебя убить. Пришло время уже по-настоящему действовать. Сейчас, панда, я возьму ножницы и уже буду ножницы выбить куклу фото. Посмотрим, что тогда скажет Джинджер. Потому что от ножниц будет просто адская боль. Окей, Джинджер, ты сам на это напросился. Что ж, панда, вот у меня здесь лежат ножницы. Давайте я просто их заберу. Сейчас ты уже получишь настоящую боль, которую раньше никогда не получал. Что ж, Джинджер, я не хотел этого делать до последнего, но ты сам напросился. Теперь получай, на! О, господи, панда, вы это видите, черт! Господи, панда, это жесть, посмотрите! У Джинджера реально пошла кровь, вы это видите? Раньше ни с одним приложением такого не было, а Джинджером есть! Это такая жесть, я просто это не верю! Я ударил куклу в ноги, если у него реально пошла кровь, настоящая кровь, вы это видите? Господи, панда, я просто в это все не верю! Он такой же живой, это живой, как посмотрите! Кровь просто пропадает, вы это видели, панда? Джинджер, просто живи, Настя, я перестану все это делать! Ты останешься в покое! Я лучше умру, чем оживлю человека! О, господи, ты даже не представляешь, на что ты подписываешься. Я убью тебя, убью Хэнка, убью Анжелу. Вы все просто умрете. Не смей трогать Анжелу. О, так кто-то влюблен Анжелу? Тогда слушай сюда, я не убью Анжелу, если ты оживишь Настю. Просто сделай это и все. Мне все равно на Анжелу. Убивай ее. Я никогда не оживлю человека. О, господи, Джинджер, ты сам этого захотел. Сейчас ты получишь реально по заслугам. Что, Джинджер, получай по заслугам, на! Как тебе нравится? Господи, это просто жесть, у него реально идет кровь. Вы это видели, панда? О, господи, черт! О, господи, панда, посмотрите! Эта кровь, она идет с телефона! Неужели это кровь Джинджера? Черт, это просто жесть! Господи, панда, посмотрите на это! Кровь идет с телефона, это настоящая кровь Джинджера! У него идет настоящая кровь, черт! Просто посмотрите на это! Это такая жесть, банда! Ты уже умираешь, разве не проще оживить Настю? Я же счастлива с Анжелой, как ты этого хочешь! Я не буду оживлять человека! Убивай меня, давай! О, господи, я тебя реально убью, Джинджер! Разве ты этого не понимаешь? Просто оживи Настю! Господи, что с ним, банда? Это просто жесть! Окей, Джинджер, ты сам этого захотел! Окей, банда, смысла оттягивать нету! Джинджер не хочет оживлять Настю! Тогда он ответит за то, что он сделал! Я просто его убью! На этот раз, банда, я уже возьму нож! Что ж, Джинджер, ты сам этого захотел! У тебя был выбор, теперь тебе конец! Это твой последний шанс, Джинджер! Соглашайся, оживи Настю! Что ж ты просто меня игноришь? Просто прощайся с жизнью, тебе конец! Сегодня ты умрешь навсегда, но... Господи, господи, банда, просто посмотрите на это! Весь экран заляпанный кровью Джинджера, это ему реально было больно! Я ударил эту куклу воду ножом, просто посмотрите, какая вмятина осталась! Надеюсь, он все еще жив, потому что у него еще есть время оживить Настю! Давай же, о, господи, банда, посмотрите, кровь просто пропала, вы это видите? Джинджер, оживи Настю, я больше не буду этого делать, ты останешься жив навсегда! Перестань, пожалуйста, перестань! Я готов, я сделаю все, что ты хочешь! Окей, отлично, Джинджер, ты пошел на мои условия! Просто оживи Настю! Хорошо! О, господи, банда, он согласился! Куда он пропал? Вы это видели? Джинджер согласился оживить Настю. Я так и знал, что он это сделает, потому что кукла Вуду реально очень сильная. Она ему приносила огромную боль. Но куда он ушел, приложение просто потухло. Тем не менее, про получается, Настя уже вернется скоро домой, потому что Джинджер ее просто оживит. Это жесть, банда, я очень рад. Я знал, что Джинджер согласится с самого начала. Что ж, банда, ждем теперь, когда вернется Джинджер. Готова, она жива. О, господи, и где она? Ты меня обманул, Джинджер!
Почему он плачет, Банда? Вы это слышали? Господи, что там случилось? Это Настя, Банда, она жива! Ниджи все-таки тебя оживил! Господи, Настя, что с тобой было? Они тебя связали, это просто жесть! Господи, это такая жесть, я так рад тебя видеть! Что с тобой было, Настя? Они меня схватили и связали, больше я ничего не помню, а потом очнулась здесь! Это ужас, это был Джинджер! И говорящий Хэнк, он тебя убил, а Джинджер тебя воскрес! Это просто жесть, Настя, это грязь, что ты жива! Настя, это грязь, что ты жива! Они тебя принесли через это окно! Это такая жесть, Банда, Настя все-таки жива! Джинджер выполнил свое обещание! Я просто в шоке, Настя! Ты вся растрепана, это жесть, он тебя убил! Хорошо, что все наконец-то закончилось, ты жива! Тем не менее, теперь нам осталось что-то сделать с Джинджером, потому что он не будет продолжать дальше убивать всех, ты согласна? Да. Я думаю, что нужно его убить. Что ж, Джинджер, пришло время тебя убить, прости, но ты реально опасный маньяк. Пожалуйста, пожалуйста, остановись. Оставь меня в покое. Я больше никогда не буду так делать. Я больше никого не убью. Я буду обычным приложением, пожалуйста. Господи, Джинджер, он плачет, вы это слышите, Банда? Реально плачет. Ты маньяк такой же самый, как и Хэнк, как Томми Анджело. Господи, Джинджер, прости, но прощайся с жизнью, тебе конец. О, господи, получай раз и навсегда. Ты ответишь за все, что сделал раньше. Но, о, господи, Банда, что происходит? Вы это видели? Господи, это Джинджер. Он полностью побледнел. Неужели он мертвый? Гляньте, у него идет кровавая слеза. Вы это видите? Это реально Джинджер. Он просто умер. Я убил его с помощью куклы Вуду. Вы это видите? Это настоящие кровавые слезы Джинджера. Господи, он просто потух. Все приложение мертвое. Я так рад, Банда, что все наконец-то закончилось хорошо. Потому что мы убили Джинджера. Значит, больше не будет никаких жертв. Теперь же остался говорящий Хэнк. Мы должны его обязательно отомстить за то, что он сделал. Именно поэтому будет 10 дислайков, я это сделаю. А также будет еще остался говорящий Бен. Это еще одна собака, которая повторяет за нами все, что мы говорим. Возможно, он такой же маньяк, как и эти все. Тем не менее, про подкомментист в прошлом видео. Господи, близко, какие шикарные, идеальные комментарии. А про если ты хочешь посмотреть еще видео, всего лишь нужно опуститься ниже. Развела колокольчик и все про то же новое видео. Лайк, лайк, комментируй на видео, бандит. А также пропомни одно. Оставайся с кем шикарным. Пока!